Едва настал вечер, Жадовский монастырь засиял праздничным освещением. Вереницы машин текли нескончаемой рекой. Большинство из паломников, надеясь на малое количество своих единомышленников, прямиком направлялись в купель, чтобы в эту благодатную ночь окунуться в святой Жадовский источник. Вода тут и в обычные дни считается целебной, а уж на крещение она насыщается особой божественной силой. Пока одни паломники купались, другие вместе с братьями обители во главе с настоятелем, епископом Барышским и Индинским Филаретом, начали шестичасовой молитвенный марафон в главном храме обители. До полуночи трехчасовое великое повечерие, после чего праздничная литургия. Ниже в Иордане креститеся, а ты Анна, изволивай Христос, истинный Бог, молитвы пречистой своей Матери всех святых, помилуй и спаси. Как будто я домой приехала. А усталость чувствуется? Ну, есть немножко, но сейчас литургия начнется, и все вернется. Вся радость вернется. Ну, не знаю, потянуло просто. Нравится мне здесь. Иконы чудотворные вообще нравятся здесь. Святыни нашей области. И вот настала кульминация праздника. Во главе с Преосвященным Филаретом братья монастыря и миряне отправляются на святой источник. Епископ Филарет ослужил в часовне водосветный молебен, осветил воду и окропил ею прихожан. Владыка, освети воду сию духом твоим святым, сам Владыка ныне, освети воду духом твоим святым. О Иордане, крещающийся тебе Господи, пророческое месье поклонение. Праздник, братья и сестры, набирайте водички. В Иордане благодать Духа Пресвятаго во имя Отца и Сына и Святого Духа. Также владыка осветил и купель, одну из главных достопримечательностей обители. И уже по возвращении крестного хода в храм Преосвященный Филарет обратился к прихожанам с праздничной архипастырской проповедью. Всех вас поздравляю с праздником крещением или с богоявлением. Праздник когда-то раньше, давно апостольские времена праздновался вместе с Рождеством. Поэтому это величайшее чудо, величайшая для нас цена, которую Бог дал нам для того, чтобы мы его не оставили, чтобы мы были всегда с Господом Богом. Торжества в обители закончились уже под утром. Паломники отправились по домам с полными сумками, забитыми бутылями со святой крещенской водой. Многие запаслись из Жадовского источника на весь предстоящий год. Кстати, вода в источнике еще 3 дня будет считаться крещенской. В любой из этих дней можно приехать в Жадовский монастырь, набрать ее и искупаться в святом источнике. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для Улправда ТВ.